В основу молодежного фильма «Свободные» легла реальная история, которая произошла в маленьком, сельском и чрезвычайно религиозном городе-фермерстве Элмор-Сити, штат Оклахома, в 1978 году. Танцы в этом городе были запрещены на протяжении почти 90 лет, пока группа старшеклассников не решилась оспорить это решение. Лента 1984 года режиссера Герберта Росса произвела кассовый фурор. При бюджете 8 миллионов собрала в 10 раз больше, оставив после себя наследие в виде мюзикла, ремейка 2011 года и целого вороха зажигательных музыкальных композиций, ставших культовыми после этого фильма. Вся лента – это классический рассказ о подростковом бунтарстве и подавлении со стороны родителей. Восхитительное сочетание танцевальной хореографии и реалистичных интересных событий. По сюжету подросток Рен Маккормак и его семья переезжают из большого города Чикаго в маленький город, затерявшийся где-то посреди континента. Подростка ждет самый настоящий культурный шок. Несмотря на то, что он очень удачно вписался в местную полуреднековскую тусовку, Рен не может поверить, что он живет в городе, где рок-музыка и танцы являются незаконными. И все же не так все грустно в этом скучном месте. Местная девчонка Ариэль Мур, безбашенная, но милая блондинка, с очень ревнивым и туповатым бойфрендом. Ее отец – местный пастор, который несет ответственность за то, что молодежь города живет без дискотек. Рен и его одноклассники хотят покончить с этим постановлением упертого пастора, тем более, что скоро выпускной. Но только Рен имеет мужество, чтобы начать хоть какое-то сопротивление, дабы отменить устаревший запрет и оживить дух репрессированных горожан. Быстро развивающаяся молодежная лента наполнена музыкальными хитами и весьма зажигательными для 80-х танцами. Исполнитель главной роли Кевин Бейкон, появившийся в 80-м году в ленте «Пятница 13-е». В 83-м он был приглашен на главную роль в ленту «Кристина» режиссера Карпентера. И буквально в это же время он очень удачно прошел кастинг на фильм «Свободные». Кевин Бейкон буквально не знал, что выбрать. С одной стороны были Стивен Кинг и Джон Карпентер, с другой красивая партнерша Лори Сингер и хитрые продюсеры, которые его убеждали, что участие в молодежном фильме про танцы даст хороший толчок его карьере артиста. Итог мы все знаем. Кристина вышла без Бейкона, а фильм «Свободные» был слегка подзабыт даже в самих Соединенных Штатах. Помимо Кевина на роль в этой ленте претендовали Том Круз и Роб Лоу, но Кевин был неподражаем на кастинге. Была предпринята попытка даже пригласить Джона Траволту, но Джон Траволта заигрался в своего персонажа Тони Монеро из «Лихорадки субботнего вечера» и на тот момент мнил себя суперзвездой. Партнершей Кевина Бейкона в фильме стала актриса Лори Сингер, знакомая зрителям по первой части «Чернокнижника». Также Лори Сингер является двоюродной сестрой очень крутому актеру 80-х Марку Сингеру и знаменитому режиссеру Брайану Сингеру. Лори сумела обойти на кастинге даже Мадонну, которая также очень хотела сыграть персонажа по имени Ариэль. Свои роли в этой ленте также получили Крис Пен, Джон Литгоу и Сара Джессика Паркер. Кстати, на момент начала съемок актер Крис Пен совершенно не умел танцевать, так что инструкторам пришлось спешно его обучать. История этой ленты, конечно же, не новая, но смотрится все это очень интересно. В кинокартине довольно-таки интересные характеры героев и, в принципе, понятна их мотивация. Не удивлен, что пастору удалось всех переубедить в своей правоте, так как многим известны долгие проповеди по воскресеньям в американской церкви. Служитель Господа в исполнении Джона Литгоу настолько преуспел в зомбировании города, что в итоге сам испугался, когда жители стали уничтожать в огне книги. Книги, противоречащие хоть немного морали, за которую все здесь боролись. Очень показательна в кинокартине правовая система Соединенных Штатов. Люди этого маленького города собираются, скажем, в городской ратуше, обсуждают вместе проблемы, на их основе выносят решения и принимают законы, которые реально нужны, ну или по крайней мере полезны реальному большинству. Многие, наверное, видели что-то подобное в мультсериале «Симпсоны», где почти весь город собирается вместе и идет бурное обсуждение с участием мэра и, как вывод, принятие общего решения. Демократия в действии.
Как и полагается в подобных кинокартинах, извечная тема отцов и детей присутствует и здесь. Времена меняются, а проблемы все те же. Дети выросли и пытаются вырваться из родительского гнезда. Родители же не могут с этим смириться и навязывают свои моральные ценности и устои. Хотя время бежит вперед, и мир меняется. То, что было нормальным и актуальным вчера, сегодня воспринимается как консервативное болото. Кинолента «Свободная» является примером очень успешного коммерчески и актуального на тот момент кино. Актеры, сыгравшие в этой ленте, стали известными и продолжили с относительным успехом свою карьеру. Кроме, наверное, Лори Сингер, которая осталась где-то на задворках Голливуда. Сцены и музыкальные номера из этого фильма не раз пародировались в поп-культуре США, ну, например, опять в тех же «Симпсонах». Хороший фильм для просмотра в скучный, знойный летний вечер. И настроение поднимет, и воспоминания о выпускном у кого-то нахлынут. Золото 80-х, что тут скажешь.